Всем привет, друзья! И сегодня мы продолжим выполнять линейку квестов от Вани Ада. И следующий квест, который мы будем выполнять, называется «Не тайный тайник». Вот. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать. Где-то на Везувии у белых есть тайник. Известно лишь, что он находится под ямой. Надо найти его, найти тайник. В общем, я примерно знаю, где он находится, да? Сейчас побежим мы туда. Открываем карту. Вот, горно-обогатительный комбинат. Короче, побежим в итоге сюда. Только не помню, где тут заходить, короче. Ну ладно, это. Короче, нам надо самый сюда низ. И здесь вот есть вход где-то, короче, вот тут. Ну, то есть, как я сюда прибегу, продолжим съемку. В общем, ну пока отправляюсь. Блин, плохо, что, короче, на дворе ночь, конечно. Вот. Ну, поснимаю ночью. Ладно, друзья. Погнал я на этот комбинат. В общем, и вот я прибежал сюда, в шахту. Короче, вот здесь трактор стоит. И вот написано шахта номер 13. Короче, это квадратик К2. Четвертый сектор. Вот здесь я нахожусь. Да, ну, третий сектор, короче, вот тут. Заходим. Короче, я пробежал через центральные ворота, зашел. В общем, вот тут спустился. Собак, море. Ну, короче, дофига делов, на самом деле, сюда пройти, короче. И тут еще, я знаю, есть отверженные штук 8. Как бы сейчас пройти. Сейчас, ну, в общем, в эту комнату как зайду. И давайте вместе пройдем, короче, вот. Отверженных море. Собак, нифига тут. Надо очень осторожно здесь быть. Думаю, еще и патроны покончались. Надо заряжать магазины. Ладно, на паузу пока нажму, магазины заряжу. Так, ну все, зарядим магазины. Погнали. Лучше сюда купить психомоторку, чтобы, короче, это в случае, если сдохнешь, подниматься. Потому что чувствую, что-то мне подсказывает, не дойду я туда. Держимся здесь левее. Смотрим, отверженные могут быть. Ближе туда к комнате, отверженные должны быть. Левее держимся. Смотрим по сторонам. А, и вот здесь, короче, да? А, вот она, эта комната. Сразу оглядываемся. Чтоб не было этих, блядь, одноруких козлов. Опа. Журнал заданий обновился у нас, да? И нас ударил яд. Подходим вот сюда вот. Маленько, короче, не успел. Вот, нужно обыскать тайник. В общем, сейчас я сюда заново прибегу и начну съемку сначала. На психомоторке достал. Вот, иду сюда второй раз. Попытка номер 2, короче. Забили меня там отверженный. Так, надо мне обыскать тайник. Короче, это я нарвался на растяжку. Было написано, вы нарвались на растяжку, короче, вот. Так, опять же здесь левее, вот он, вот он. Ой-ой-ой, столько у вас тут. Короче, левее держимся, да? Давайте перебьем их. Да,
А, ну вот, да? Здесь больше их не будет. Вроде нет. Короче, надо обыскать тайник. Давайте посмотрим, что тут за тайник. Где тут что? А, вот, документы какие-то, да? Документы. Журнал задания обновился у нас. Так, вы собрали необходимое количество документов. Вернуться к Ване Аду с найденными документами. Ну, теперь можно, наверное, сдохнуть. А я всех перебил. Ну, ладно, сейчас выйду на улицу, короче, подохну, появлюсь сразу в Ване Аду. Короче, ребята, берите с собой отраву какую-нибудь. Вот, чтобы там вздыхать, потому что еле сдохнул, короче. О, еле выход, короче, нашел. Побежал сейчас, короче, нарвусь на кого-нибудь. Я видел тут куча отверженных. Собаки вот. Какую-нибудь траву с собой надо таскать, мясо там или что-то. Так, ну вот, все, мы снова в ванне. Иду сдавать квест. Поговорим о работе. Я нашел тайник. Придется повредить транспорт белых. Так. Вот что он за этот квест дает. 5000 денег, косарь боевого, 6000 выживания и 6000 поддержки. Так, следующий тайник, давайте брать следующий квест. Придется повредить транспорт белых. Полно. Вредный техосмотр. Следующий квест называется «Вредный техосмотр». Смотрим, что нужно сделать. Найти и повредить первый грузовик. Найти и повредить второй грузовик. Где находится. Война просит повредить два грузовика в районе большого завода на юго-западе Везувия. Короче, это где-то на заводе. Военная часть, это наверное вот здесь, на юго-западе, да, где-то тут, короче, ликероводочный завод. В общем, как, короче, до сюда дойду, продолжим. Ну вот, друзья, подбегаю, короче, к этому заводу ликероводочному. Иду искать грузовики. Решил включиться, чтобы, ну, сразу было понятно, где чё, кого. Примерно знаю, где находятся эти грузовики, отправляюсь, в общем, туда, сразу. Собак сразу отстреливаю издалека. Потому что это вообще... А, вот колоночка, можно на колонке воды набрать, кстати. Но у меня есть вода, я не буду этого делать. Ё-моё. Отдыхать здесь вообще... Отдыхать тут не хотелось бы, потому что я не взял. У мастера ЛВЗ можно взять. Вот, я не стал брать, потому что... Ну, хочу здесь сдохнуть, короче, сразу появиться на радиовышке. Блять. Крыса, я думал, собака, ё-моё. Так,
Так, вот он первый, и вон второй. Давайте подойдем к этому сначала. Здесь ничего. Вот, сработало, да? Грузовик. Взаимодействуем. Что написано? Поднайти, повредить второй грузовик. Действие, да? Нажимаем. Так, смотрим дальше. Так, Ваня Ад просит повредить два грузовика в районе Большого завода не заболел. Ну все, повредили. И что теперь? Что-то журнал не обновился, ничего. Наверное, надо отправиться обратно, короче. Ваня, давайте сейчас сдохнем. Где теперь собаки? Где? Сейчас они меня загрызут, я появлюсь сразу на радиоушке, у меня резко последний. Отправляемся к Ване Аду, давай квест. Вот он, дом этого Вани. Сдаем. Говорим о работе. Машины выведены из строя. Так, ну что, нам закончить диалог. Получено 3000 единиц опыта поддержки и добавлен универсальный набор инструментов, 2 штуки. На ништяках можно продать. Посмотрю, сколько, короче, стоит на доске этот набор и программы. Но они нормально так должны стоить. Вот. В общем, все, друзья, на этом заканчиваю выполнение квеста. Буду сейчас монтировать ролик. Поздравляю всех нас с выходом 6-й части прохождения квестов от Вани Ада. Вот. В общем, все. Ждите, подписывайтесь на канал, ждите 7-ю часть. Всем пока.